государство, армянский народ никогда не позволит своих детей посылать на войну с Украиной. Этого не будет. Мы этого не допустим. Ни в составе ОДКБ, ни в каком-либо другом составе. Мы, кстати, понимаем, что Россия воюет не с Украиной только. Россия воюет не с Арменией. И Россия воюет со всем миром. Мы не будем воевать со всем миром за Россию. Тем более мы не будем воевать за Россию против самих себя. Те люди, которые носят армянские фамилии и воюют за Россию против Армении, они есть. Мы знаем их имена. Все время удивляемся, что они кончаются на Ян, как и наши имена. Но мы не считаем их. Собственно, они обычно даже не граждане Армении. Но если это граждане Армении, то мы будем делать с ними то же, что делают украинцы со своими гражданами. Они их называют коллаборационистами и судят их за коллаборационизм. Мы это тоже будем делать. И тогда им Никол Пашинян покажется просто ангелом белокрылым.